Приветствую, друзья. Вы знаете, что я каждому вебинару готовлю картину. Вот в прошлом ролике я показывал картину, которую я для друга Марка Гарбера готовлю уже сколько лет. И вы мне в формате «Коллективный разум» давали советы. Я эти советы все взвешиваю, принимаю сам решение. Но очень важно, когда вы даете советы. И вот поскольку у меня завтра в пятницу вебинар в 20 часов, и поскольку он очень мощный, поэтому я вас прошу сейчас в формате «Коллективный разум» помочь с этой картиной, потому что я ее хочу завтра поставить на вебинаре. Вот посмотрите, я ее уже несколько раз переделываю. Вот здесь вот я сделал плечико, стоит ли делать так, или может быть ручку немножко по-другому сделать. Посмотрите, пожалуйста, на глаза. И не перегрузил ли я немножко вот этим вот... Ну, может быть, просто опять вернуть, убрать вот это вот ободочек такой, как цветы здесь тоже, как букетик. Или оставить. Ну, давайте советы. И при этом у меня к вам убедительная просьба. Я придумал, какой вопрос можно задать искусственному интеллекту, не один, а два вопроса, чтобы получить шикарный ответ. Но сам я техникой искусственного интеллекта не владею, поэтому те, кто владеют, пожалуйста, выходите со мной на связь. Мы сделаем микросовещание в Zoom. Я вам скажу, какой вопрос надо задать, и мы разом решим потрясающие вещи. Ну ладно, давайте. До встречи. Все мы вместе – сила. Да. До встречи.